Мы принесли тазик, белье, порошок, чтобы чиновники могли все-таки прибраться в своем доме, в своем дворе, в своем шкафу, чтобы у них был порядок, потому что если нет порядка у них в администрации, нет порядка и у нас простых граждан по их воле. Так что мы просим прогенералить. Прогенералить, пожалуйста, и наведите порядок. И на Конституции 5, и у себя. Чтобы людям нормально жилось, чтобы детям игралось, со старикам отдыхалось. Никакой же жизни нет. Одни машины во дворе, дороги с двух сторон. Все-таки считаем, что администрация, глава администрации, временно исполняющий обязанности, не должен обделить нас своим вниманием по поводу этой застройки, потому что двора у нас нет, мы окольцованы дорогой со всех сторон. То есть это не то, что некомфортная жизнь, это опасно, опасно для наших детей. Почему мы так должны жить, если есть неснесенное жилье в квартале? Оно должно быть снесено, понимаете? Непонятные скелеты в шкафу у нашей администрации. Каким образом так получилось, что с застройщиком вы смотрите в одну сторону, а жители остаются в стороне и страдают? И те, кого не снесли, и мы, жильцы Конституции 5. Просьба вас прибраться в своих шкафах. Ну, это все можно, но так же не делать.